Всем привет, друзья! Доброго дня и добро пожаловать всем тем, кто попал на мой канал впервые. Пожалуйста, подписывайтесь и оставайтесь в моем сообществе. Как я и сказала в прошлом влоге, хочу поэкспериментировать над форматами своих видео. И сегодня попытаюсь снять свой день в формате лайфстайл. Стоило мне в прошлом видео сказать о том, как я скучаю по своему дому, и вот я тут. Приехала я на несколько дней подменить своего консультанта, поэтому сегодня мы вместе с вами отправляемся на работу. Сегодня я выступаю в роли консультанта и стилиста, проведу вам маленькую экскурсию и покажу, чем же я занимаюсь. Но для начала я сделаю небольшую укладку и поделюсь своими любимыми средствами и последними находками. Свой стайлер Dyson я оставила в другом городе, и поэтому сегодня буду укладываться на обычный вот такой вот старенький утюжок, которому уже, наверное, лет 10, если не больше. Мне нравится им укладывать волосы не от корней, а начиная вот ближе к середине. Вот так это дело все выглядит. Затем мы их расчешем, и они будут более естественно лежать. И до конца я тоже прядь не довожу, чтобы кончики были вот такие прямые. Так, ну что, укладка готова. Вот так вот пока что выглядят мои волосы. Сейчас мы нанесем на кончики волос вот такое масло от Мале. Я о нем уже рассказывала, написала даже пост в своем телеграм-канале. Очень мне понравилось это масло. Очень хорошо питает и увлажняет кончики, и нет этого эффекта сухости. Волосы выглядят более живыми, подвижными и блестящими. Ну и то, что они увлажненные, это тоже видно, причем в течение всего дня. Все, затем расчесываем волосы. Чтобы укладка выглядела более небрежно. Мне не нравится, когда локоны слишком идеальны. Мне нравится, когда они как будто бы ты поспала с косичкой. Затем я нанесу на волосы вот такую матирующую пасту. Она убирает пушок, который торчит по бокам. Но я ее использую для того, чтобы пригладить вот эти новые волоски, которые растут антенками, я их называю. Вот, их нужно пригладить. Лаками я не пользуюсь, мне не нравится то, как они склеивают волосы. У этой пасты такого эффекта нет. Очень лениво мне было сегодня делать на самом деле укладку, но так как я иду на работу в свой магазин, мне нужно поснимать несколько видео, несколько образов, поэтому выглядеть нужно симпатично. Готово. Покажу вам свой сегодняшний образ, с которым я отправлюсь на работу. Наконец-таки настало время открытых ног и босоножек. У нас потрясающая летняя погода, поэтому одеваем мои потрясающие туфельки от бренда Аквазура, которые тоже представлены в моем бутике. Ну и, конечно же, образ дополняется сумкой. У меня она новая, и я вам очень хочу ее показать. Посмотрите, какая она потрясающая. Я ее покупала в Иконика, она бывает еще в белом цвете. Но я взяла себе черную, чтобы под все подходило, и дополнила ее вот таким вот платком, который повязала на одну ручку. Можно экспериментировать по-разному, завязывать разные бантики. Сейчас ношу вот так. Еще я прицепила вот сюда такой кожаный чехол для очков, чтобы не царапались линзы внутри сумки. Сейчас очень модно дополнять сумки дополнительными аксессуарами, и вот у меня сегодня это платочек и такой чехол.
Эту сумку я покупала для того, чтобы в нее все помещалось. Это первая моя такая большая сумка. Выбирала такой багажный вариант, сумку, которую можно легко закинуть в багажник в машину и взять самое необходимое, чтобы все поместилось. Сегодня хочу показать, что находится внутри моей сумочки и что я беру с собой, когда приезжаю на работу в свой родной город. Про аксессуары я вам уже рассказала. Теперь покажу все, что находится внутри. Конечно же, это рабочий телефон. Тут я общаюсь с клиентами, переписываюсь, веду все соцсети и так далее. Конечно же, на работу я беру свой ноутбук. Во внутренних карманах сегодня у меня находятся наушники AirPods. Косметику с собой я не беру. Вот у меня три моих любимых продукта. Это блеск для губ от Rode, фиксирующий гель для бровей. И еще у меня это тональный корректор, которым я могу убрать все свои недостатки. Конечно же, от компьютера, от телефонов у меня в пакетике отдельно лежат все зарядки. Ношу их в пакетике для того, чтобы они не поцарапали мой компьютер. Конечно же, в сумке у меня ключи от всех квартир, магазинов. Еще у меня есть вот такая вещь в чехольчике для ноутбука, переходник для зарядки, для принтеров. И сегодня у меня с собой две книжки. Это для Адей детская и моя, которую я сейчас читаю и все никак не могу закончить, потому что в последнее время не хватает на это время. Вот так выглядит содержимое моей сумочки. Как-то так, теперь можно идти. Так, я дошла до своей работы, все включила, разложилась, даже уже успела накормить ребенка. Сегодня обещала провести маленькую экскурсию по своему магазину и показать категории товаров, которые у меня представлены. Также сегодня мне нужно поменять цены на нишевую парфюмерию, так как было повышение на 15%, а также мне нужно отснять новую коллекцию Армана Шервина для того, чтобы опубликовать и отрекламировать это в соцсетях. Поэтому весь процесс я буду стараться снимать и показывать вам. Но для начала давайте пройдемся вместе со мной по магазину и посмотрим на всю эту красоту, которая у меня представлена. И, кстати, друзья, дорогие мои подписчики, все ссылки на мой магазин указаны в описании под этим видео. Если вам что-то понравится и у вас возникнут вопросы о стоимости, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите на WhatsApp мобильного телефона, который указан в описании. Вас с удовольствием проконсультируют и все расскажут и по стоимости, и по доставке. Давайте представим, что вы пришли ко мне в гости впервые, и вот вы попадаете на террасу моего бутика с роскошным видом на море, где все наши гости имеют возможность посидеть, передохнуть между покупками за чашечкой кофе. Обычно, когда к нам заходят впервые, первое, о чем я говорю вкратце, это представляю наш салон. Мультибрендовый салон бутик модного пространства для мужчин и женщин, где представлена не только одежда, обувь, аксессуары, но еще и премиальные очки и нишевая парфюмерия. Как мне кажется, у нас собран по истинно уникальный бренд-микс, так как все предметы абсолютно уникальны. Это и коллекция кутюр, и сумки ручной работы, которые выпущены в ограниченном количестве по всему миру. Но самое главное, это наличие 1-2 размеров, что исключает такого варианта, что подобная вещь будет у кого-то еще, кроме вас. При этом большая часть представленных вещей не только трендовые, модные, это вещи вне времени, которые не теряют своей актуальности из сезона в сезон. Все коллекции, представленные в нашем пространстве, выбраны мной лично, и в своих коротких видео я вам показывала процесс отбора коллекции в Милане и уже освещала свою жизнь под углом байера. И, пожалуй, это основная часть моей жизни, хотя по контенту на моем канале об уборке, домашнем уюте и бытовой рутине может показаться совершенно обратное. Но сегодня мне захотелось вам показать, что это совсем далеко не так. Одежду, которую я продаю, я сама с удовольствием ношу, и все те образы, которые вы видите в моих видео, это плоды моей работы. Коллекция брендов по премиальным очкам – отдельная гордость для нашего магазина, так как далеко не каждая дорогая марка дает согласие на то, чтобы их товар лежал на полке. Брендам такого уровня важен бренд-микс,
локация и, конечно же, интерьер самого магазина. Мы собрали исключительную коллекцию японских и американских брендов. Думаю, те, кто разбирается в подобных вещах, обратил внимание на то, что тут собрано лучшее из лучшего. Без лишней скромности скажу, что наша подборка одна из самых красивых в России, и я знаю, о чем говорю. Мы часто делаем доставку по всем городам, что еще раз это подтверждает. Это очки, которые носят первые лица государств, российский шоу-бизнес, западные знаменитости и самые модные популярные блогеры. Часто в своих соцсетях мы публикуем известных личностей в очках, которые также можно приобрести у нас. Мы очень следим за трендами и новинками и стараемся сразу же представлять тот ассортимент с моделями, которых наши клиенты будут самыми стильными. А вот нишевая парфюмерия – это та категория, с которой, собственно, и началась история самого магазина. С маленького пространства ароматов мы выросли до мультибренда. У нас собраны дома французской и английской парфюмерии, представлен уход за телом и косметика для лица. Абсолютно любой клиент выберет для себя то, что он искал, хотел. К нам с удовольствием возвращаются, и многие клиенты становятся нашими друзьями. Наш салон-бутик – это не просто магазин, это пространство, куда приходят вдохновиться и замотивироваться на приобретение роскошной вещи. Каждый человек, который приобретает наши товары, подтверждает свою исключительность и наслаждается покупкой долгие годы. И каждый раз, когда я осознаю то, что я являюсь частью чего-то счастья, радости, меня переполняет чувство благодарности, во-первых, за выбор нашего пространства, за то, что покупки осуществляются у нас, а во-вторых, за искренний восторг от работы, которую я делаю. Как я уже и говорила, сегодня я заменяю нашего консультанта, и сегодня мне нужно поменять ценники на два бренда нишевой парфюмерии, так как цены поднялись на 15%. Сначала я внимательно исправляю стоимость духов, сверяю с прайс-листом от поставщика, затем все распечатываю, вырезаю и вставляю в такие специальные пластмассовые держатели ценники. В этот же день за кадром я сделала смс-рассылку клиентам о предстоящей презентации. Казалось бы, процесс легкий, но занимает 2,5 часа времени. Можете представить. Успела даже сделать продажу, продала платье нашей постоянной клиентке и приступаю к процессу примерки новой коллекции, которую нужно отснять для соцсетей. У нас много клиентов, кто покупает одежду онлайн без примерки, поэтому нужно все примерять, чтобы было представление о посадке вещи. Я выступаю в качестве модели и показываю коллекции на себе. Часто вещи приходится равнять по своей фигуре и фиксировать зажимом, чтобы с меня ничего не упало. Кстати, процесс примерки и съемки видео не то чтобы сложный, но от него сильно устаешь. Сначала нужно составить луки, примерить, потом обратно все развесить, отобрать материал и опубликовать в соцсетях. На мне новая коллекция от итальянского бренда Hermana Cervina сезона весна-лето 24. Мне безумно нравятся луки, которые мы отобрали. Они носибельные, стильные, трендовые и, честно признаюсь, очень тяжело сдержаться и не забрать себе, настолько я считаю все красиво. В комментариях под этим видео обязательно делитесь, какой образ понравился вам больше всего. Вы часто спрашиваете о моих любимых ароматах и знаете о том, что я фанат парфюмерии. Сегодня собрала такую маленькую подборку, на мой взгляд, незаезженных, если так можно выразиться, ароматов. Начну, конечно же, с удовой розы от Fragrance du Bois. Я его называю аромат на миллион долларов. Для меня нет более нарядного, дорогого аромата, чем этот. Он заставляет меня чувствовать себя звездой на ковровой дорожке, не меньше. Следующий аромат, который тоже влюбил меня сразу же, это «Полночь в Париже». Для таких же любителей сладких ароматов с нотами табака, для тех, кто любит делить флакон на двоих, и для тех девушек, кто любит ароматы, которые передают эстетику того, что ты как будто бы посидела в пиджаке своего мужчины. Роскошный парфюм с красивым, теплым звучанием.
Об аромате от Laurent Mazzone вы также могли слышать из моих коротких видео. Называется он «Чувственная орхидея». И его парадокс заключается в том, что он абсолютно для меня не пахнет орхидеей. Для меня это ликер Бейлис с шариком сливочного мороженого. Для меня это отличный аромат на каждый день, для разного возраста и пола. Многие мужчины его также выбирают. Не могла я не включить в свою подборку ароматов духи Angelic от Bodycez & Victorious. Это визитная карточка бренда. Пахнет зелеными хрустящими яблоками и корочкой поджаренного черного хлеба. Уникальность состоит в том, что в пирамиде есть молекула мальтол, и аромат будет звучать каждый раз по-разному, поскольку его игра будет зависеть и от сезона, и от погоды, от ваших личных каких-то гормональных изменений. Этот аромат выбирают клиенты, кто действительно живет в парфюмерии, обладает исключительным вкусом и ценит уникальность. Кстати, у бренда также есть роскошное парфюмерное мерцание для тела. Загорелое тело – это настоящий must-have для тех девушек, кто любит оголять ноги, руки. Очень красиво переливаются блестки на солнце, и сам аромат потрясающий. В нашем салоне на данный момент абсолютно бестселлер – это аромат от бренда Parfums de Marly Valaya. Это те самые духи, которые бьют все рекорды продаж. Это тоже творение Квентина Биша, одного из самых востребованных парфюмеров в мире. Он же создал и Делина, и Флёр Наркотик, что тоже у нас есть и в разных объемах, но именно этот сейчас покупают чаще всего. Я не совсем люблю говорить об ароматах, перечисляя их пирамиду по нотам. Считаю, что через экран описать аромат можно только каким-то сравнением или метафорой, но я не совру, если скажу, что Квентин опять создал что-то уникально новое и ни на что не похожее. Ну и продолжая тему Parfums de Marly, покажу вам наш ассортимент. Это ароматы и в классических объемах, мини-версии, крема для тела и даже в наличии travel-набор, где представлено 4 аромата по 10 мл. Отличное решение для того, чтобы ознакомиться с брендом. Внутри красивые флаконы, которые удобно носить с собой в сумочке. Идеальный вариант подарка для себя, для мамы, подруги. В комментариях под этим видео буду рада ответить на ваши дополнительные вопросы. Давайте общаться!